Союз танкистов был создан 12 лет назад. И вот на протяжении всех этих лет мы хотели, значит, получить себе какое-то помещение. И благодаря, значит, председателю исполкома Гафарову Рустам Бельфановичу, в прошлом году, год назад, это помещение было выделено. Это помещение, значит, капитально отремонтировали, вот, насколько могли, оборудовали. Сейчас планируем заниматься подготовкой подрастающего поколения до службы в армии. Радостно то, что вот сейчас у нас есть помещение, сейчас мы можем, так скажем, уже готовиться к экзаменам для поступления в танковое училище. Здесь нам будут рассказывать, что нужно сдавать, вплоть от обычных предметов до физической подготовки.